Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости «Дома-2». Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры «Дома-2» на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. На острове сложился любовный треугольник. Денис Ковалев живет вместе с Марго Овсянниковой, она ему нравится. А с Денисом хотела бы строить отношения Саша Шева. За Ольгой Рапунцель ухаживают уже два парня на поляне. Это Виталий Альперович и новенький Кирилл. Многие отмечают, что Кирилл похож на молодого Должанского. Ребята живут в VIP-доме, там же, где и Ольга. Сергей Кучеров и Юлия Ефременкова после небольшой паузы в отношениях снова вместе. «Я счастлив», – пишет Кучеров, – «чего и вам желаю». В недавнем эфире зрители могли видеть отца Лизы Триандафилиди. Многих заинтересовал его возраст, мужчина выглядел ровесником Черкасова. Все стало понятно после откровений Лизы, оказалось, ее отец моложе матери на 10 лет. Правда, родители вместе давно не живут, а у мамы есть уже другой мужчина. Оказалось, что у Мэри Кулешовой очень много комплексов. В разговоре с мамой Кулешова призналась, что напугана тем, как выглядит с экранов телевизоров. Она ждала поддержки, но Кулешова-старшая сказала, что сейчас Мэри выглядит как раз неплохо. Раньше же она была настоящим уродом. Маша Кахно поддержала свою подругу Марину Африкантову. Марина вела конкурс красоты «Русская красавица». Вторым ведущим этого мероприятия должен был быть Егор Халявин, но Марине пришлось отдуваться одной. Халявин не приехал, потому что он почувствовал себя плохо и попал в больницу. Марина обнародовала расписку, которую получила от Андрея Черкасова в то время, когда они еще были парой. Чуев действительно должен ей 500 000 рублей. Лилия Читрару и Лера Фрост стали близкими подругами. Девушки пишут о том, что теперь верят в женскую дружбу на проекте. Мама Лилии против ее отношений с Сергеем Захарьяшем. Женщина готова даже отказаться от дочери, если она не разорвет отношения с Сергеем. Ольга Бузова дала сольный концерт в Питере. Ее поддержали родители. «Я справилась», – пишет Бузова, обращаясь к маме и папе. «Я надеюсь, что вы гордитесь мной». В сеть попали кадры, на которых Ольга соглашается с оскорблениями в адрес бывшего мужа Димы Тарасова. Одна из девушек в зале кричала, что Тарасов – козел. Бузова открыто согласилась с ней. Поклонники считают, что такие выходки не красят Бузову. Ведущим на свадьбе Жени Кузиной и Саши Артемовой будет Рустам Солнцев. «Я очень рад этому», – пишет Рустам, – «безумно люблю ребят». Даша и Сергей Пынцарь проводят свой отпуск впервые за долгое время отдельно друг от друга. Даша с сыновьями отправилась на Кубу, а Сергей вместе с друзьями на рыбалку под Астрахань. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры «Дома-2» на канале ТНТ.